Какого хуя ты вмешиваешься? Да. Какие чужие дела? Просто вот. Ну, у тебя... такая манера. Я потом сейчас садим в тачку сидите. Ты тут с кем на острове летаешь? Подожди. Ты по факту объясни мне, почему Димка, подожди, не вникай его. Почему это? Ты мне какие-то вопросы, по факту я тебя сейчас ебало разнесу нахуй, блин. Иначе будем разговаривать. Я тебе задаю прямой вопрос. Ты с кем тут обитаешь, ну? Есть с своя кем компания. Я тут не обитаю. Нету. Один одиноженник. Конечно. А нахуя ты во всякие передряги суешь свой нос, сука, грязный, в которых тебя вообще не должно присутствовать? В какие передряги? Насчет типа, что когда избирательство было, насчет ту? Короче, Димка, снимай с него нахуй сейчас свою одежду, бля. Смотри, есть у него видеофиксация? Есть. Жучки, маячки, бля, с него. Так, браток, ну сейчас мы тебя разденем. Так. Нет. Мне проще раздеться, не? Чем вы будете? Тебе нихуя не проще будет. Проще да будет отвечать на вопросы. Ну ладно. Заберем вещи, что ли. Так, товарищ, вот, сейчас снимаем вам курточку, рубашечку, шляпу, кидаем на пол. Извиняюсь. Так, ботинки, думаю, можно ставить. Так вот, что ты вмешиваешься? Да, трусиков полностью. Понимаешь, что тут на твою голову безобразно, это поступил заказ у нас. Что ты... лучше покататься, чем просто едем точно. Имел честь, блядь, залезть туда, куда тебе не следует. Оп, так, сейчас смотрю вещи, товарищ. Опа, у него оружие имелось по себе. Забери ствол, там камеру все. Забираю, да, да. Телефон я уже забрал, у него GPS изымаем. Все, изымаем. Там больше ничего не надо. Могу ротнуть что-то 15 бинтов. Нормально. Мышечки. Это ствол, с которого и были наши убитые товарищи. Убитые товарищи? Нормально. Товарищи, нормально, блядь. Не нравится, что убиты? Вы по... формулировка просто не это. Да, что за хуйня у меня сейчас? Димка, перчаточки оденем мы еще под рубашечку. Трусики. Это ли я выше стою, нет? Не знаю, другими то, по-моему, не. Дим, подожди до секунды. Подожди секунду, а где мой броник? Вот то же самое, где мой броник, блин. Ебаться, клоуны. Ну ладно, одену это хули, че. Подарки. О, клейки, ленты подъехали. Блять, вы сюда лутаться приехали или что, я нихуя не пойму. Товарищи, мои перчатки, я ношу пальчики ваши, тут нигде не остались, чтобы вас потом не искали. Хорошо. Так вот, на вас поступил, значит, заказец, да? То, что вы имели честь засунуть свой нос в чужие дела. Вникать особо в подробности я не стал, но что-то было связанное с копами, блин. И вы, как оказалось, являлись стрелком, правильно понимаю? Нет. Нет. Хотите сказать, что заказчик меня, мягко говоря, наебал, да? Конечно. А у нас имеется запись, блядь, где вас... Где я стрелял, да? Да. Димка, посмотри, там есть отстрелянные. У него... нет, 20. Одна пуля. Да, смотри, сейчас самому оружию. Сейчас посмотрим, сейчас проверим. Ну вот вот ствол. Хуяк, чем ходит, блядь. Да, да, да. Чем гоняет? Да, патроны. Нихуя себе, пальчик, блядь. Да, неплохо, неплохо. Да шо вы, сука, как клоуны, блядь, я не понимаю. Вот, кингер, ебать, знаешь, что тебя ожидает? Предполагаю. Давай послушаю твое предположение. Будь добрый, из... Секунду. А? Не слышу, не слышу. Шо, мажор, ты мне дашь ответы? Я тут. О, тут. И шо ты предполагаешь там? Мешочечки ему напяли. Нахуя мешок? Они его забрали? Все у него забрали. Да, все, он пустой. Там нет денег. Голенький стоит у нас тут. Твои предположения, слушай. Что там у тебя? Да не,
просто спрашиваю, чем поговорить дадите? Нет, там... нормально, блядь, ебаный свет. Короче, на первый раз тебя предупреждаем. Имя мы твое, конечно же, оставим в книгу. Что за вид? На будущее. Еще раз что-нибудь повторится, если будет открывать свой нос. Такие непотребства. Я, блядь, вообще... Собака свой хуй не сувала, блядь. Залезет. С тобой разговор уже будет иначе. Не надо что-то ездить там, вынюхивать за кем-то, блядь. Если твоя обетованная, блядь, одиношеньки на острове, то и катайся нахуй один. Если хочешь найти себе компанию, то, блядь, проще заведи друзей, блядь. Не пытайся кому-то, блядь, отсосать, отлизать, я не знаю, как еще. Поблажки какие. Может, тебе кто-то платит за это, скажу? На кого работаешь? На кого? На кого? А тебе платят за информацию? То, что ему сделали. А выражаю вам огромную благодарность от имени полицейского департамента. Что, стоило того? Стоило того, чтобы, блядь, стоять здесь? Как спасает эта благодарность полицейского департамента? Yes. А? Нет, говорит. Короче, Кингер, выбирай друзей правильно, блядь, и не вмешивайся. Как минимум потому, что не знаю все ситуации, что было ранее, блядь. Такой камень кинул нам оговорот. Я надеюсь, моя речь тебя хоть как-то воодушит. Что стоит переходить людям дорогу, блядь, где не требуется. Это, поверь мне, не пустые угрозы. Как минимум, это для тебя повествование и повод задуматься. Поэтому больше не расстраивай, блядь, чьих планов. И не вмешивайся в жизнедеятельность граждан острова Тиранос. Хорошо? Слышу. Да. Такси, я думаю, вызвать ты не сможешь. Тебе вызвать такси? Нет, не надо. Надо? Ну давай. У него все видеоматериалы забрал? Да, у него ничего, он голый. Ничего. Падай. Я предлагаю ему ногу пострелять, и пусть хромает. Да не надо, нахуй. Не надо.